Хвастаюсь приобретением для мини-трактора. Короче, в магазине Уралец на Авито заказал вот такую навеску трехточечную. Ну что, тяги смотрю, так, толщина, наверное, миллиметров 12. И плюс они усилены вот такой тягой. Такие, я так понимаю, верхние тяги. Это центральный винт. Да, и он закрученный. Ну чё, в принципе, я рад. Упаковано было все так неплохо. С деком отправили. Завязано было это все вот этой вязальной проволокой. Ну, теперь будем собирать. Да, жалко, конечно, пальцев нету. Но будем заказывать токаря. Подписывайтесь на канал, скоро будет продолжение.